Территория Чернавческого леса – место, где два десятка лет назад располагалась воинская часть, группа зенитно-ракетных дивизионов, мощная техника. Это место неразрывно связано с сегодняшним преобразованным подразделением. Надо сказать, что уборка этих территорий – инициатива не одноразовая. Уход за ними солдаты 115-го зенитного ракетного полка осуществляют регулярно. Акция «Неделя леса» стала поводом обратить внимание на существующие недоработки. У ответственного чернавческого лесника Виталия Маркелова все под контролем. Недавно были вырублены старожилы, теперь пришла пора саженцев. Помощь солдат в посадке деревьев оказалось очень кстати. Площадь пустовать не может. Вот, и мы запланировали здесь посадку новогодней ели. Человек, который посадил в своей жизни хоть одно дерево, осталось только еще дом построить и родить сына, а также, ну, это воспитательный момент проходит. То есть уже человек, который, как говорится, в этом участвовал, уже будет себя вести совершенно по-другому, как другие люди, вот, выезжая на природу, мусорят, это ломают все. В этом году было запланировано засеять 12 гектаров чернавческого леса. Большая часть работы позади. Юношам 115-го зенитного ракетного полка предстояло заполнить 1 гектар. Общими усилиями, в боевом настрое, в отличном расположении духа солдаты справлялись с задачей. Не осталось в стороне и наша съемочная группа. Ряд за рядом, дерево за деревом, и вот позади целая аллея из порядка 4000 елей. Остались последние штрихи – уборка сухой растительности. Акция эта в первую очередь приурочена к восстановлению лесного хозяйства, которое было в прошлом году повреждено стихийными бедствиями, ураганами. Вот. Но у нее есть и вторая сторона в этой акции. Личный состав – это наши молодые парни, наше молодое поколение, которое является гражданами страны. И участвуя в такой акции, посадив не один десяток леса, не один десяток деревьев, они этим прививают любовь к своей стране, к своей родине. Вот. И я уверен, что поучаствовав в таких мероприятиях, молодые люди совсем по-другому будут относиться ко всему окружающему. Субботник в рамках недели леса прошел успешно. Желание ребят, военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка, привести в порядок территорию и, конечно, оставить после себя след. Посаженное дерево – инициатива похвальная. Однако на этом работа не остановится. Уже в эти дни порядка 100 человек задействованы в работе в лесных хозяйствах Брестского района. В будущем запланированы уборки на местах захоронений на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Силами личного состава 115-го зенитного ракетного полка будет осуществлен не один ряд мероприятий, направленных на сохранение исторического наследия Брещины.